Так, мои елочки провязаны по 3 треугольничка. И теперь я довязала, получается, лицевой ряд, просто лицевые, то есть после двух средних изнаночных я провязала еще один лицевой ряд. И теперь, начиная с первой спицы, мы провяжем еще лицевыми петлями 3 ряда. То есть вот первую спицу провязали, вторую спицу просто лицевыми. Третья спица. Везде у вас, как и прежде, по 8 петелек. И четвертая спица. Тоже 8 петелек. И просто лицевыми вам нужно теперь довязать еще 2 ряда. Провязав 3 рядочка лицевыми петельками, мы начинаем убавление. Сейчас мы будем начинать с каждой спицы убавлять первые 2 петельки, провязывать вместе лицевой. Когда будете делать правую варежку на правую ручку, то будете убавлять точно так же, но только 2 последние петельки провязывать вместе лицевой. Итак, первые 2 вместе провязали. До конца вяжем просто лицевыми. Теперь снова третью спицу, первые 2 вместе провязываем лицевой. И дальше продолжаем вязать лицевыми. Снова четвертая спица, первые 2 вместе лицевой. И так постепенно мы будем убавлять в каждой спице по 1 петельке в каждом ряду. То есть 2 вместе провязывая, мы убираем одну петельку с каждой спицы. В каждом ряду мы будем убавлять, получается, с 4 спиц по 1, значит по 4 петельки. Вот, и так продолжаем, убавляем постепенно. И продолжаем так убавлять по каждой, на каждой спице по 2 петельки провязываем вместе лицевой. Вот так. Пока у вас не останется на каждой спице по 1 петелечке. Вот так вот вяжем. Вместе продолжаем провязывать первые 2 петельки. Еще раз повторюсь, когда будете вязать вторую варежку, будете вязать убавление, когда делать, провязывать 2 последние вместе. Для того, чтобы провязать 2 последние вместе, вам нужно будет, вот так вот я сейчас вам покажу, вот у вас останется 2, вы их снимете и как бы переоденете косичками, чтобы у вас была предпоследняя петелька, вот так вот повернута косичкой, и вместе вот так вот за заднюю стеночку провяжете. То сейчас мы не переворачиваем ничего, не поворачиваем, просто провязываем 2 вместе петельки первые. Вот. Я думаю, что здесь у вас возникнуть вопросов не должно никаких. А почему мы будем убавлять сейчас 2 первые, а потом 2 последние? Для того, чтобы у вас варежка получилась как бы в зеркальном отображении. То есть сейчас мы делаем убавление у нас на наклончики вот эти вот убавочные в левую сторону, а когда будете провязывать в зеркальном отображении, то будут в правую. То есть вот такие убавления сделают максимально красивенькими такими вот наши варежки. Вот. Смотрите, вот видна наша елочка. Я думаю, в принципе, что ничего сложного. Вторая варежка вяжется идентично этой. Единственное, что не забывайте, оставляйте 4 петельки для большого пальчика с другой стороны. И вот эти вот окончания убавления, вот эти вот, вяжете. Сейчас мы вяжем 2 первые, убавляем на другой варежке.
Будем убавлять две последние. Так вот, две первые снова провязываем вместе. У нас уже осталось здесь по 4 петельки на каждой спице. Так мы еще сделаем несколько рядочков с убавлениями. Буквально 2. И на этом наши петельки закончатся. Так вот, третья. И последняя спица, четвертая. Две вместе лицевой за переднюю стеночку. Вот снова наши убавления. До конца рядочка сделаем. Из трех вот так вот провязываем две первые вместе, затем лицевая. Снова две вместе провязываем лицевая. И теперь нам осталось всего лишь убавить вот эти вот две петельки на каждой спице, провязать вместе лицевой. Тоже за переднюю стеночку. Довяжите до конца и закроем наши петельки. Вот у вас осталось на каждой спице по петельке. И теперь одеваем на следующую спицу петельку, вторую натягиваем, протяжку делаем. Вот так вот, смотрите, одели предыдущую провязанную петельку на вторую спицу и просто протянули следующую на нее, как бы одели. Вот так вот, я сейчас еще раз вам покажу. Вот так вот одели на предыдущую и сделали вот так вот протяжечку. В итоге у вас получается на последней убавке, на последней провязанной, но на убавочке, так сказать, последней провязанной петелечки, у вас одеты все три петелечки, оставшиеся на разных спицах. Теперь делаем вот так вот две воздушные петелечки и ниточку обрезаем. Смотрите, у нас получился наклон сейчас влево. Вот так, видите, все аккуратненько. Наклон получился влево. Когда будете провязывать убавление на второй варежке, у вас будет немного наклон вправо. Для этого я вам и предлагаю делать убавления по-разному, чтобы у вас варежки были в зеркальном отображении. Не две одинаковые вот с такими убавлениями, а в зеркальном отображении. Обрезаем ниточку, закрепляем ее хорошо, затягиваем вот здесь вот. И смотрите, сейчас вы вывернете варежку наизнанку и закрепите вот этот кончик и вот этот, вот, в начале который. И мы приступим к третьей части, где будем вывязывать наш пальчик.